Глава подчеркнул, что реклама самого Сочи – вещь, конечно, нужная, но о курорте благодаря Олимпиаде, Формуле-1 и другим массовым мероприятиям и так уже знают миллионы людей. Теперь пришло время поработать и непосредственно представителям отелей и санаториев. Для них уже предлагаются рекламные объекты, например, флаги с их логотипами, которые будут установлены в городе. Но основная рекламная работа пройдет на встречах в городах-миллионниках с их мэрами. Уже оговорены планы встреч и рекламных акций. Мы должны выехать в города, где подготовился мэр, где он пригласил или создал нам 3 встречи. Первая встреча – это с работодателями, хотим мы этого или не хотим, то есть руководителями предприятий. Вот. Вторая встреча – это обязательно с туроператорами, турагентами. Вот. И третья встреча – это СМИ. СМИ со всего региона. Приезжаем в Пермский край. Теперь, значит, у нас должны быть 3 встречи в обязательном порядке. На этих, перед тем, как проводить эти встречи, нужно развернуть некую небольшую выставку, то есть дать возможность тем, кто с нами поедет, разложить свой презентационный товар. Организует администрация Сочи форум, на котором встретятся представители курортного комплекса и туристического бизнеса. Круглые столы для специалистов пройдут с 25 по 28 ноября.